убивший Леннона фанат раскрыл подробности расправы. Американец, который отбывает заключение в тюрьме за убийство, раскрыл некоторые детали преступления. Марк Чепмен, убивший экс-солиста группы The Beatles Джона Леннона, поведал некоторые детали преступления. В частности, он отметил, что использовал при стрельбе в артиста экспансивные пули, чтобы наверняка его убить. Об этом пишет The Mirror. «Сразу после преступления я обеспокоился тем, чтобы он не страдал», — отметил Чепмен. В настоящее время ему 63 года. По признаниям мужчины, он испытывает с каждым годом все больше стыда за содеянное. Он также рассказал, что пытался отговорить себя от задуманного убийства, однако слишком погрузился в задуманное и уже не мог отступить. Известно, что Чепмен подавал прошение о помиловании каждые 2 года, начиная с 2000-го. Однако все они были отклонены. В следующий раз он сможет подать такое прошение в 2020 году. Марк Чепмен убил Джона Леннона, выстрелив в него 5 раз. 4 пули попали в него и раны оказались смертельными. Спустя некоторое время преступника задержала полиция. Он не пытался скрыться, а напротив, сидел на тротуаре и читал над пропастью во ржи Джерома Селлинджера. Ранее сообщалось, что был опубликован новый клип группы The Beatles на песню Back in the USSR. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта news.com.